что сейчас твое выступление, и твое в частности, будет с особым интересом слушать один человек. Елена Ваенга сегодня впервые у нас в жюри. Чем ты будешь ее удивлять? А, мы подготовили «Прекрасное далеко». Вся группа любит этот фильм «Гость из будущего». Поэтому хорошо, что мы успели выцепить этот трек. Ребят, скажите, пожалуйста, а то, что Владимир Пресняков ушел из жюри, для вас это как-то на вас это повлияло вообще? Напугало или немножко подбодрило? Это справедливо. Мы не знали, например, что мой отец будет здесь участвовать, но так получилось. Я сказал, как, ребят, это совсем не круто. А здесь еще есть дети Дианы Арбениной, Валерия Леонтьева? Нет, да? Нет. Ну все, тогда жюри будет максимально объективным. Ребята, успехов, покажите все, на что вы способны. Не в первый раз участвую в каких-то конкурсах, и я никогда не воспринимал это как конкуренция, и пытался откинуть всячески дух вот этого соперничества, потому что так надо выходить и просто кайфовать, получать от этого дикий драйв, удовольствие и делать от души. Если вы сюда пришли, я не стану спрашивать, зачем. Очевидно, вам это для чего-то нужно. Мы пришли в первую очередь наслаждаться процессом. Выкладываться ради победы – это бессмысленно и очень мелочное какое-то занятие. Мы выкладываемся ради самих себя. Дедукс. Скажите, пожалуйста, с каким ощущением вы будете слушать выступление Никиты Преснякова, который является вашим конкурентом? Честно сказать, нам нравится то, что он делает. Yeah. И вообще он, по-моему, отличный парень. Кайфанем. А скажите, вы бы его отправили дальше, в следующий тур, или скорее указали бы на «Прекрасное далеко»? Нет, он в любом случае молодец. Ему дорога, конечно, конечно. Он молодец. Ну ладно, сейчас мы с четырьмя Джеймсами Бондами будем наблюдать, как выступать будет Никита. В поединке команда Никиты Преснякова исполнит песню «Прекрасное далеко». Тяжелая аранжировка эстрадных хитов от рокеров «Multiverse» – пожалуй, одна из главных неожиданностей проекта. А для лидера группы таким сюрпризом стала вынужденная замена в жюри Николая Носкова на Владимира Преснякова. Группа «Multiverse».
Песня из кинофильма «Гости из будущего». Я сейчас представил Алису Селезневу на Харлее, которая заруливает к нам в студию сюда. Мощно. На самом деле мощно было, Никит. Сейчас пока жюри даст оценку вашему выступлению. Я на самом деле прекрасно понимаю папу. Я не знаю, как родителю сидеть и смотреть. Ты его ребенок. Это невозможно судить, вот, потому что все равно сердце, оно, ну, говорит больше. Ну, держись, ну, и вперед. Я вижу, как вы немножко волнуетесь. Что же? Я не столько волнуюсь, сколько я возбужден больше от его выступления. Мне показалось, это неплохо. Правда, он там немножко задыхался чуть-чуть. Угу. Это я ему потом вклею. Даже не вклею, тактично, скажешь ему. Знаете, если действительно забыть о том, что вы сын парня, который сидит рядом со мной вот в жюри, и просто смотреть на коллектив, я, кстати, всем советую так делать, забудьте о том, какие у нас у всех фамилии, а просто смотреть на коллектив. Это должен быть единый организм. К величайшему сожалению, та музыка, которую играете вы, вот ее услышать практически невозможно, потому что по телевизору ее не крутят, по радио ее не крутят. И мне очень нравится, что вы действительно сделали такой тяжеляк, и мне, конечно, это очень импонирует. Мне импонирует тот стиль, которого вы выбрали, понимаете? Это, конечно, очень отважно. Спасибо. Валерий Яковлевич, поделитесь своими впечатлениями, пожалуйста. Я очень обрадовался тому, что вы выбрали эту песню. Это было очень неожиданно. И очень неожиданно, как следствие, было то, что вы с ней совершили, что вы с ней сделали. А у вас имиджевая группа правильно выруленная очень, и вот это все великолепно смотрится и великолепно сработано вместе. Какая-то была все-таки проблемка в балансе голоса с инструменталом, потому что, не зная все слова, я, наверное, пожалуй, так прядал бы ушами. Но спасибо, это было очень хорошо. Никита, ну, берите небольшую паузу сейчас, пока вы идите немножко отдохните и послушайте ваших партнеров, или в данном случае, по законам нашего жанра, противников по дуэли, которые сейчас сделают свой ответный